про сахар, про холестерин и про все вот это вот прочее уже на протяжении 12 лет. Друзья мои, обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать полезную информацию, да, потому что сегодня вы услышите одно, завтра другое, через месяц третье ваши пазлы сложатся в голове. Вы поймете, про что идет речь. Значит, давайте мы с вами поговорим про инсулин. Раз вот зашла речь по поводу того, что люди по какой-то причине думают, что если вы будете есть там 5 раз в день, у вас будет постоянно скакать инсулин. Скажите мне, пожалуйста, кто так думает? Красное яблочко. Красное яблочко. Всегда разная информация. Везде разная информация. Если вы посмотрите на деятелей интернета, да, поглядите на них, то вы поймете то, что 99% это полная чушь. Потому что если бы 99% имело место быть, и это была бы правда, вы бы были бы все стройные, здоровые, счастливые и красивые. Услышьте меня, пожалуйста. Если бы та информация в интернете, которую вам преподносят, была бы достоверной, то вы бы были бы просто великолепны и неотразимы. Ответьте мне, вы со мной согласны, да или нет? Согласны, да или нет? Напишите. Напишите. И киньте, пожалуйста, красное яблоко, кто думает о том, что если вы будете есть 5 раз в день, у вас повышается инсулин. И развивается инсулинорезистентность. Не у каждого своя правда. Не у каждого своя правда. Есть информация, которая к здоровью имеет отношение, а есть информация, которая не имеет отношения к здоровью. Есть информация, которая только собирает зрителей. Больше ничего. Так. 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 Деток же при рождении кормим по часам, каждые 3 часа и норм. Так, вот, шикарный комментарий. Значит, друзья мои, давайте мы с вами пообщаемся на тему пятиразовой кормежки. Да? Давайте я сейчас немножечко раскрою эту тему, хотя я хотела вам отвечать на вопросы, но я так понимаю, что это очень, знаете, такая животрепещущая тема, особенно для вас. Друзья мои, давайте разделимся на 2 категории. Нас с вами на стриме почти 400 человек. Кто считает, что нужно есть 5 раз в день, кидаем зеленое яблоко. Кто считает, что нужно есть 1-2, максимум 3 раза в день, кидаем красное яблоко. Пять раз в день кушать зеленое. Я печу, чтоб. 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 Спасибо большое, то, что вы тут это. Я тут как раз параллельно ликвидирую со стрима деятелей различных. Спасибочки, очень приятно. Спасибочки, очень приятно. 5 проверено на себе. Я ем 5 раз в день уже почти 13 лет. Я думаю, что вам это о чем-то будет говорить. Причем у меня сахар в норме, инсулин в норме, холестерин в норме. То есть, следовательно, те ребята, которые слышат информацию из разных источников, думая о том, что если вы будете кушать 5 раз в день, у вас будут проблемы. Это неправильно. В зависимости от того, что вы будете кушать. То есть, чтобы вы понимали, абсолютно каждый продукт, который вы берете в руки, даже это яблочко, имеет углеводы. Это сахара. И то, сколько находится.
Так вот, если мы будем с вами кушать 5 раз в день продукты, имеющие низкий гликемический индекс, с вашим инсулином будет все в порядке. А если вы будете кушать 5 раз в день продукты с высоким гликемическим индексом, то тогда, да, у вас начинаются проблемы с инсулинорезистентностью, и дальше после этого развивается сахарный диабет. Кто не в курсе? Скажите мне, пожалуйста, понятно или непонятно? Зеленое яблоко понятно, красное яблоко непонятно. Практически все продукты выбрасывают инсулин, но есть то, что выбрасывает больше, а есть то, что выбрасывает меньше. Есть то, что выбрасывает в норме, а есть, что выбрасывает не в норме. Так вот, я как раз-таки помогаю людям на протяжении уже вот стольких лет разбираться с едой, которая Тролируют инсулин, сахар и холестерин. Спасибо, спасибо, очень приятно за поддержку. Стучим, 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 друзья мои. Прям все вместе, если вы хотите, чтобы в этом мире стало больше здоровых, счастливых людей, если вы хотите, чтобы люди были стройными, да, чтобы больше людей знало о правильности сбалансированного правильного питания, пожалуйста, огромная просьба. Поддерживайте эфир, стучите по экранчику пальчиками, вот, и обязательно делитесь моей прямой трансляцией со своими знакомыми, близкими, родными и друзьями. Так как составить меню? User 8459. Вопрос, конечно, космический. Для того, чтобы составить меню индивидуальное лично для вас, вам необходимо подписаться на мой телеграм-канал и написать мне личное сообщение. Рассказать про то, что вам нужно, для чего вы хотите составить себе питание, вы хотите похудеть, набрать вес, контролировать вес, улучшить самочувствие, нормализовать сахар, холестерин. То есть кому что надо. Потому что программы питания, они разные, друзья мои, разные. И если вы до сих пор не знаете, кто перед вами сидит, огромная просьба, пожалуйста, зайдите в мой профиль ТикТока и посмотрите, кто же. Я прямые трансляции провожу уже почти 3 года. В январе будет ровно 3 года, как я с вами. Мне 32. 33 мне будет 22 января. Я хочу бросить. Потому что я не пью. Доброе утро. Доброе утро. Я хочу бросить кушать. Вот в этом я могу помочь.